Какие документы нужны, чтобы официально устроиться на работу в США? Чтобы получить желаемую должность, у вас должно быть разрешение на работу, номер социального страхования, документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт гражданина США или загранпаспорт страны, из которой вы эмигрировали. Шаг номер один. Подготовка цепляющего резюме. В CV никогда не добавляют фото, гендер и дату рождения заявителя. Отсутствие этих данных, по мнению американского рынка труда, позволяет объективно оценивать опыт сотрудника и его навыки, без дискриминации по возрасту или внешности. Если вы добавили одни из этих данных в свое резюме, не ждите ответа от компании. Кстати, пишите в комментариях, если вы хотите отдельное видео о том, как правильно составить успешное резюме. Шаг номер два. Регистрация в LinkedIn. В США в резюме практически всегда добавляют ссылку на ваш аккаунт в LinkedIn. Загрузите свое резюме в формате PDF в аккаунт LinkedIn. Это облегчит дальнейший процесс отправки, а рекрутеры смогут загружать его прямо с вашей странички. Общайтесь, ищите новые связи. Аккаунт на LinkedIn должен выглядеть живым и активным. Начните добавлять людей из вашей профессиональной сферы. Чем больше, тем лучше. Шаг номер три. Подготовка сопроводительного письма. Объем сопроводительного письма не должен превышать одну страницу. Важно адаптировать его под каждую новую вакансию, на которую вы откликаетесь. Поэтому имеет смысл создать общий черновик с основными блоками информации о вас, добавив части, которые можно оперативно изменить. Шаг номер 4. Подготовка портфолио. Это не обязательно, но если вы дизайнер, архитектор, фотограф или журналист, без этого никуда. Форма произвольная. Главное показать себя с самой лучшей стороны. На этом этап подготовки окончен. Приступаем к поиску самых привлекательных вакансий и рассылке резюме. Кстати, на сайте Bazaar Club можете начать свой поиск. Здесь можно найти работу на любой опыт и желаемую зарплату, даже без знания языка. Ссылка на сайт и приложение в описании. Так что дерзайте. Bazaar Club верит в вас. Стоит только начать, и все получится.